Так, запрос был такой, впустить ли его снова в свою жизнь. Давайте посмотрим, впустить ли его снова в свою жизнь. Итак, девочки, помним, что у нас расклад общий. За личное описание, да? Там дан телефон, WhatsApp. Девочки, еще да, хотела поблагодарить за то, что вы меня благодарите. Девчонки, очень много приходит от вас благодарности на карту. Девчонки, вот любая сумма для меня просто, когда приходит, это, я прямо, знаете, это ведь не то, что деньги приходят, это приходит благодарность. Я понимаю, что вам это круто, что это вам заходит, что вам нравится меня слушать, смотреть. Поэтому, девочки, спасибо вам огромное. Вот, буду рада также и дальше получать такой вот наш с вами энергообмен. Итак, давайте посмотрим, впустить ли его снова в свою жизнь. Давайте посмотрим мужчину. Что за мужчина? Представьте, пожалуйста, этого человека. Давайте посмотрим, впустить ли его в вашу жизнь. Ну, девочки, здесь сразу вышел король пентаклей, мужчина, который, может быть, уже что-то весит в своей жизни, мужчина, может быть, уже даже хорошо зарабатывает, либо имеет стабильность, ну и, естественно, что он знает ценность в себе, знает, какой он, да, и как его видят люди. Точно так же здесь и говорится о том, что человек еще и, да, довольно эгоистичен. Человек любит личное пространство. Человек любит, так сказать, одиночество. Одиночество, когда он один и посвящает время себе. То бишь у него где-то есть какое-то укрытие, где он может сидеть, да, и спокойно там наслаждаться либо одиночеством, да, либо, девочки, он там, ну, занимается тем, что ему нравится. То есть человек, который все-таки, да, где бы и с кем бы он ни был, у него есть свое место, либо он любит отдаляться, отдалять людей и заниматься своими делами, отдыхать. Так, давайте посмотрим, что произошло. Что за ситуация была? Да что ж такое-то? Что за ситуация была, которая вас, так сказать, отдалила друг от друга. Так, ну здесь он показан в этой ситуации, которая у вас произошла, он показан всего лишь пажом кубков, да, ну вот вы у меня вышли как королева жезлов. Между прочим, женщина с интуицией каждый раз здесь приходит, и сто пудов она знала, что здесь вот, кроме головных болей, да, ничего нету с этим мужчиной. Я так понимаю, что мужчина очень долго, как всегда, держал в неведении. То есть это было все несерьезно, да. Были какие-то встречи. Может быть, с вашей стороны, да, вы ожидали чего-то более серьезного, но у мужчины не было таких планов. То есть вы в планы серьезности не входили. Человек, так сказать, был то ли уже не свободен, то ли человек на самом деле охранял и охраняет, так сказать, свою, ну, себя от кого-то, да, не впускает в свою жизнь каких-то более таких, более крепких отношений, не хочет, чтобы человек, да, в него туда врастал, чтобы он кому-то привыкал, то есть человек вот ограждает себя и не впускает никого. И вот эта вот карта еще показывает о том, что вы тоже почувствовали себя в этих отношениях как в клетке. То есть здесь выпало два раза паж кубков и паж жезлов. То есть человек на самом деле, он даже не то, что ничего не мог, он ничего не хотел вам предложить. Человек, который каждый раз начинает с каждой заново. Ему этот процесс нравится. Он любит этот процесс, процесс нового, чувств, ощущений,
вот эта вот игра, вот это вот познавание, вот это ему в кайф. Ну, видимо, это и закончилось тем, что вы сказали «нет, спасибо». Не хочется. Итак, давайте посмотрим, стоит ли его снова впускать в свою, в вашу жизнь. Ух ты, еще и император тут выпал. Да еще и со своими гульками, девочки. Гульки, выбор. То есть у человека было здесь всегда... Человек всегда стоял на выборе. У него было очень много знакомых. Любых женщин, мужчин, неважно. Человек любит яркость, любит гулять, любит энергии, когда вокруг него. И человек любит быть ярким, человек любит впечатление, человек любит, когда на него много внимания. Поэтому, скорее всего, у человека и было очень много женщин. То есть человек любил... женскую энергию. Человек любил, знаете, как такой своеобразный художник. Ему нравилось смотреть вот за тем, за поведением женским, да. Ему нравилось ее очаровывать, завоевывать. А потом, может быть, терял интерес. Поэтому здесь их много и было. Девочки, у которого есть свои законы. Вот мужчина, который вел свое государство, да, со своими законами. И если в нем, значит, что-то нарушалось, он говорил, что нет, извини, но либо так, либо никак. То есть я вот со своим уставом. Либо ты его принимаешь, либо, ну все, извините, подвиньтесь. Но точно так же он прекрасно понимал, что вы для него... самое-самое. А скорее всего здесь показано, почему самое-самое. Скорее всего, потому что вы как-то принимали этого человека, ну, обратно, да, вы все время давали ему какой-либо шанс. Поэтому вы у него на счету как ценная женщина. Женщина, которая поймет, примет, которая даже, знаете, как сказать, принимала его условия игры. Вот так. Давайте посмотрим, стоит ли впускать. Девочки, тут говорят, что уже вот эта вот жизнь, да, когда вы жили, и было настолько вам тяжело с этим человеком, может быть, вы даже и не жили, но даже сами встречи стали тяжелые, потому что вы поняли, что ничего дальше не будет. Вместе за руку вы не пойдете. То есть мужчина за руку ходит с многими, да, и со многими говорит так же, как с вами. Вы поняли это прекрасно, да. Все, может быть, где-то и увидели даже что-то. Вы просто все разрушили. И тут еще показано, что даже высшие силы могут просто разрушить. Они могли даже вам что-то подкинуть, либо даже как-то подсказать, что этот человек, да, вам не верен, либо человек обманывает, лжет и так далее. И они вам дали шанс на другую совсем жизнь. То есть вам дали выбор выйти оттуда, из этих отношений, как бы тяжело и сложно не было. Так надо ли впускать его обратно? Подскажите нам. Нет, девочки. Это будет всегда звезда. Нет. Нет, это будет всегда человек-одиночка. Это будет человек, который всегда будет где-то. Человек, который не сидит на месте. Это даже не говорит о том, что он, знаете, как гастролер. Не, ах, скорее всего, можно так и назвать. Гастролер, да, по тем местам, которые ему нравятся. Человек, который не будет сидеть на месте. Он любит яркость, он любит признание, он любит восхищение. То есть вы будете долбиться в эту дверь, вряд ли вы ее, девочки, сломаете. Ну, давайте еще пару карт. Да, девочки, вы не войдете в эту дверь никогда. Просто осознайте то, что вы сама по себе. Ну, вы не созданы друг для друга, вот и все. Никогда
Да, ну никогда. Разные размеры, разные параметры, разные взгляды на жизнь. Вообще разные устои, разные законы. Все, все разное. Тут может даже говориться о том, что у вас религии разные. Ну вообще все разное. То есть, понимаете, кто-то кого-то не принимает. Просто вас он не видит одной женщины. Понимаете, даже если он вас выделяет, то все равно одной он не видит вас. Осознайте просто то, что вы прекрасны. Осознайте то, что вы должны получать восхищение мужчины, любовь, а не самой уподобляться, да, и быть мужчиной. Здесь даже, можно сказать, вы немножко поменялись ролями, так как вы больше были мужчиной, может быть, даже где-то бегали, прощали и так далее. Вот, поэтому, девочки, ну, ответ карт нет.